Спробуйте уявити собі музичний інструмент, який дарує щастя. Хіпідрам або глюкофон одночасно знімає стрес, лікує, приносить задоволення і навіть інколи заробіток. Особливо й те, що грати на ньому може практично кожна людина, незважаючи на вік, стать, соціальне положення. Головне, хоч би трішки тримати ритм, і одразу можна почати створювати музику своєї душі. Як це відбувається на власному досвіді, знає Віталій Меліоранський. Віталію, розкажіть, як давно ви в музиці? В музиці я з самого дитинства. Дуже люблю музику, живу її. І, так сказати, прийшла ідея створити інструмент, який буде приносити щастя і мені, і людям. Тому в музиці треба шукати щастя, мені здається, так. А що то за інструмент? Розкажіть про нього. Що то таке? Это инструмент, называемый у нас глюкофон. Глюка с немецкого «счастье». То есть инструмент, который дарит счастье. Также он называется еще «happy drum», «tank drum», «magic drum». И очень много у него названий, пока одного цельного названия нет. Инструмента ханг, либо хандпан, инструмент, который делался в Швеции. Этот инструмент был изобретен испанским перкуссионистом. Это известный музыкант именно в Испании. И он настукивал на баллоне какие-то мелодии. Ему это понравилось, и он решил вырезать особенности в нем. То, что он негромкий. В принципе, если человек начинающий, это самый лучший инструмент, с которого стоит начать, потому что ноты расположены так, что сфальшить здесь невозможно. Можна грати руками, можна грати паличками, так? Да, звукоизвлечение разное. То есть есть палочки, которыми мы извлекаем звук. И также мы извлекаем звук пальцами. В чем плюс пальцев? Потому что мы можем извлекать несколько нот одновременно. Естественно, палочками это сделать невозможно. Хорошим товарищем увлеклись этим звучанием необычным инструмента ханг.
Вот мы его увидели, услышали, нам очень хотелось тоже его взять в руки и что-нибудь изобразить. Но так как они делаются на заказ, и, естественно, у соседа его не взять, поэтому нам пришлось сообразить это самим, насладиться и передать это остальным людям. Потому что если ханг очень дорогостоящий, он стоит примерно как автомобиль, то этот аналог вполне доступный для людей. Приходиш з роботи з поганим настроєм, так, взяв в руки і... Да, естественно, этот инструмент еще издает очень хорошие вибрации, он наполняется звук в куполе, и он выходит, и, то есть это как чаши, может, знаете, вот эти вот поющие чаши. Поэтому он дарит, снимает усталость, вполне 5 минут достаточно, чтобы вернуться в реальность, или наоборот, из нее уйти. Можете розказати про себе, де ви працюєте, хто за освітою, на чому ви раніше грали? Я грав з дитинства, як я вже сказав. У мене батьки теж займаються музикою. І на гітарі, і на барабанах. І дуже люблю музику. І от так от мене путь привів к тому, що я її роблю сам. І інструмент самі, і музику самі. Так. Да. Ну, естественно, при поддержке моего уважаемого товарища. Да. Самый большой лепесток, он самый басовый, в принципе. Так же само все остальные. То есть, чем меньше лепесток, тем он звучит выше. И, соответственно, под каждый лепесток настраивается своя нота. То есть, длина выреза отвечает за определенную ноту. То есть, если ноту сделать немножко длиннее, она будет звучать выше. И чем меньше лепесток, тем он звучит выше.
Это делается пропилом, и каждый буквально миллиметрик меняет ноту. То есть нам приходится ее отстукивать буквально очень много раз, чтобы нам ее найти. А с чего вы сделали это диво? Этот инструмент сделан из газового баллона, который должен был быть утилизирован. Но он нашел вторую жизнь, и сейчас он у меня в руках. Это две верхушки, которые между собой сварены и обработаны. Возникла мысль, что, например, вечером на море очень неудобно, потому что ничего не видно. И нам возникла такая идея вставить туда свет, чтобы в темноте было видно, куда ты бьешь. И, собственно, так это и появилось. Это чисто наша идея и доработка, поэтому это очень удобно. Как видите, все подсвечено. И все очень удивляются, потому что необычное звучание довольно. Я чувствую, наверное, расслабленность, и мысли просто улетают. Я стараюсь ни о чем не думать, когда занимаюсь. Этот инструмент очень нравится детям. Дети в восторге от него просто. Он легкий, то есть здесь элементарно палочки взял, и, пожалуйста, не надо учить ноты. То есть инструмент просто, чтобы человек наслаждался музыкой и не думал о ней, а просто в нее окунался. Тоже можно сказать, музыка души тут. Да, мне кажется, это именно так.